52-летняя учительница Марина Шувалова, которая пропала в декабре прошлого года, в понедельник была найдена мертвой. Тело было обнаружено в лесном массиве в районе Рощинских гаражей. Напомним, что 25 декабря Марина Шувалова отправилась с работы из 36-й гимназии в сторону дома. Доехала до остановки маршала Василевского, и больше женщину никто не видел. Сегодня, 15 апреля 2013 года, Марина Шувалова, учительница, найдена, ее труп найден без внешних признаков насильственной смерти. Оснований полагать, что ее смерть наступила в результате преступных действий, не имеется. Проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение.